Всем привет! Я заболела. Нужно было вчера, уже со вчерашнего дня мы начали лечение, я и мой ребенок. Болит горло. Итак, я вчера целый день простояла на работе, промерзла. Это у меня вчера я использовала горчичный гель. ЭПАМ противовирусный номер 7. Бальзам Флоросептик Эльбешин. Ну, раз использовали горчичный гель, бальзам, корень мы еще не трогали. Нужно было еще и новамину сразу же принять. Но новамина у меня нет, потому что я его продала. Сапожник без сапог. И теперь о каждом продукте более подробно. Вчера мы опробовали вот этот горчичный гель. Это безопасный аналог традиционному горчичнику. У меня ребенок раньше, мама положила мне прямоугольники какие-то. В этот раз, говорю, попробуем вот горчичный гель. Это мягкий разогревающий гель для растираний на основе пихтовой живицы. Экстракта горчицы и камфоры, усиленный антисептическим блендом сибирских трав. Гель с легкой текстурой, отлично впитался и начинает практически работать сразу. И в трех направлениях. Активирует неспецифическую защиту иммунитета, поддерживает организм при переохлаждениях во время зимних путешествий и занятий спортом. И способен восстанавливать силы во время ОРВИ и ОРЗ. Под теплым ощущением мы с ребенком с моим уснули. Рекомендую хороший гель. Второй продукт. Это у нас бальзам Флоросептик Эльбешин. Это универсальный природный антисептик, даст отпор бактериям, защитит вашу кожу и полость рта. В каких случаях применять? Ополаскиватель для ежедневного ухода за полостью рта. Помогает справиться с небольшими воспалениями, защищает десны от повреждений. Наружный антисептик при микроповреждениях кожи. Антимикробное средство и надежный щит от бактерий для полости рта и горла в холодное время года. Мы его применяли. Берем. Капаем 10-15 капель на 100 мл воды и ополаскиваем горло. Горло прям драло, но таких вот сильных ощущений болезненных нету. Следующее это у нас универсальное средство противовирусный ЭПАМ-7. Мы его использовали по 10-15 капель под язык во время еды в течение дня 5-6 раз. Вот, говорят, отлично помогает. Сейчас все опробуем на себе и потом вам скажу результат. Почему именно ЭПАМ-7? Потому что в состав ЭПАМа входит 15 различных трав и основные компоненты – маточное молоко и прополис. Прежде чем его принимать, нужно вот так вот стряхивать и принимаем. Скажем, результаты вроде бы нормально, горло не так уж болит.